Йоу, гайз, с вами Шимки, мы продолжаем проводить игру под названием Таз разыскивается. В прошлой серии мы отправились в Техас, либо какие-то там каньон. Теперь мы отправимся в город мертвых, либо Таз в розыске. Странно, что они никак не назвали это местом. Don't move. Так. Сразу, да, это под Хэллоуин сделанный уровень. Don't move. Сторожевой пес. Картина. Вот здесь Таз довольно прикольной личностью становится. Тихо-тихо-тихо, не падай. О, лось. Страшный лось. Don't move. Don't move. Страшно, да? Да, секрет место. Это секрет место. Don't move. А там, походу, ни хера. Ладно. Мы с вами стали оборотнем. Вурдалака оборотень. Пролетаем. Думаю, главное, что... Хо! Меня сделали мышью. Я стал мечом. Да, минус я. И заново. Поэтому нужно быть очень-очень осторожным. Ведь любая эта херня... Я кнопку прыжок не заюзал. Там та та там там та 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 там там та 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 там. Блин, я вот реально не помню, как меня нажать остается. Тихо, тихо. А, так чё, я его запустил, оказывается. Я думал, ну... Всё потом сбрасывается. А там, где уже ток есть, оно уже не бьет, да, меня? Ну, не хочу я проверять. Ну, нафиг. Пи-пи-пи-пи. Там-там-там-там-там. Только он, там еще одно в доме находится. А, тут кресло врачебное. Ясно, понятно. Тихо. Туалет. Секретный унитаз. Так, теперь можно сюда отправляться. О, это херь под музыку. Пугает меня.
пугают, видите ли, они меня. Like chicken gravy. Chicken gravy. Так. Пока все нормально идет. Like chicken gravy. Я могу туда пойти, но нет, я пойду наверх. Я не хочу потом лишний круг делать. Это так медленно происходит. А так будет еще медленней. Тихо. Так, поворачиваем. Нисти. Хорошо, что она не падает. Фух. О. А, там у меня все равно прохода не было бы. Пружина появилась. Так, окошко мы сломали. Don't move. Так, вижу кресло. Я первый напал на него. Я первый напал на него. Что за херня? Так, я помню, что здесь дверь открывается. Давай. Ага, вот, все открылось. Открылось. Дверь. Двери не открываются. А, все вижу. Готово. Теперь сюда поедем. Так, здесь. Кольцами вот это прыгать тоже, помню, было что-то тяжко мне. Да, с вот этими моментами на время. Короче, эта херня на время крутится. Мне нужны... Сейчас закручу. Во, все. Теперь мне нужно успеть за определенное время было сюда залезть. Я помню, сколько я раз мучился в этой херне. Всегда просирал. Так, готово. Осталось два. На крыше. На качеле развлечений. И херненд где. Так, я вижу открытый холодильник. Походу, куда я могу залезть. Да? Тихо. Ой! О! Меня сюда запустили? Ничего себе!
нормально, я нихера не видел. Ай, какая убогая камера здесь. Фиг нормально поиграть. Фиг нормально поиграешь. Так, там скользкая херня. И тут скользкая херня. Здесь она плюс еще под углом. Фух. На жопах они катаются. А вот и машинка подъехала. Зубастая машинка. Че, готовы прокатиться? Тогда поехали. Мертвые качели развлечения. Изи, изи проигрыш. Ладно, значит здесь пока разгоняемся. А, это максимальная скорость уже, ясно. А, так я думал там это, типа, они долгие. Оказывается, нет. Оказывается, туда-сюда и уже все. Остается у меня в доме. Я не знаю, это где. Поехали тогда домой. Ага, все, я понял, куда мне. Или не очень. Но мне точно нужно на крышу. Точно, что мне нужно на крышу. Ага. Окей. Держу в курсе. Готово. Так, если это на крыше здания. На крыше. Зачем? Я этого еще не уничтожал. Don't move. Ок. Зеля невидимости. Меня здесь как будто не было. Пружинка. Окей, не вариант. Don't move. Don't move. Как мне на крышу очутиться? Но здесь это не вариант. Don't move. Я должен в этом быть доме на крыше. А как туда залезть? Фиг его знает.
Don't move. О, тихо. Я не понимаю, как я вообще должен был сюда прийти. Здесь же невидимка, тихо. Это еще хорошо. Я все еще невидимка. С какой стороны? Внуть. Я не могу на ту сторону попасть. Ага. А там окно где-то есть. Все. Так, все, пушка открыта. Можно лететь. Да. Считай, поймал. Можешь считать, что поймал. Ну, поехали. Вспоминай, где пушка? А, так я мог так на крышу попасть. Замечательно. О, я как раз пришел. Туда, куда мне нужно. Да? Окей. Здесь мы получаем с вами шину. Ой, не шину, но вы поняли. Перекати поле. Теперь у нас остался только босс, поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте, всем удачи и до новых встреч, друзья, всем пока!